Жители Магнитогорска проверили иммунитет. В городе завершилась неделя бесплатного тестирования. Желающие могли сдать кровь на антитела COVID-19. Такую акцию организовал Роспотребнадзор по Челябинской области для того, чтобы изучить коллективный иммунитет. Кровь на антитела сдала и наш корреспондент. Процедурный кабинет поликлиники не пустует. С 8 часов утра здесь идет прием горожан. В числе желающих пройти тест Алена Владимирцева. Мама двоих детей говорит, хочет знать о своем здоровье как можно больше, тем более в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Чтобы быть уверенным в том, что я не могу заразить своих близких, потому что я мама двоих детей, у меня есть родственники, которые находятся в группе риска, и важно обезопасить себя и своих близких. Тестирование проводили бесплатно и лишь для тех, кто прошел предварительный отбор, заполнил опросник на сайте Роспотребнадзора и дождался приглашения. Дальше участнику требовалось прийти в поликлинику, получить идентификационный номер и посетить процедурный кабинет. Нет медучреждения по Советской 219, либо на Уральской 48. Этот тест покажет, есть ли у меня в крови антитела к новой вирусной инфекции COVID-19. Если есть, значит, мой организм защищен. Результат я узнаю в течение недели. По словам врачей, смотреть будут наличие либо отсутствие антител в крови, иммуноглобулина группы G. Они вырабатываются в результате перенесенного заболевания, возможно, даже в бессимптомной форме. Это позволит специалистам оценить напряженность иммунитета у жителей и спрогнозировать ситуацию. Это делается с целью развития прогноза эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, а также для дальнейшего изучения эпидемиологического процесса и планирование мероприятий по специфической и неспецифической профилактике. Бесплатное тестирование прошли 2688 жителей Челябинской области, из них около 700 магнитогорцев. Ольга Сухоплюева, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.